Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня поиграем за сыщика Никса, да, будем сегодня искать легендарный дропчик, да, в командных боях причем. Будем отжимать его у других Никсов в своей команде, ну и у других противников. Опять же, Никс это имба, будем сегодня просто расслабляться на этом персонаже, ну как имба. Это имба, который надо очень жестко контролить, тогда он будет имба, если вы его не контролите, он не имба. Типичный орел, да, между двумя сквадами гений. Сейчас бы упарываться между двумя сквадами, чтобы умереть. Как же это... Блин, бак его. А, это Дона утащил. А в смысле, Дона что, утаскивает теперь? Я что-то не понял немножко. Так, надо залутать гранатку золотую. Это важно, как бы. Ну, я, как всегда, очень меткий сейчас, поэтому... Не обращайте внимания. Особо. На мою меткость. Да, меткость у меня сейчас она зашкаливает. Брюсик здесь бэкует. Пингвин там еще бэкует. Ну, союзников резаем. Нормально получается вроде. Вроде как. Аптечки здесь у нас еще появляются. Я что-то с лука сейчас не очень метко стреляю. Вы уж простите. Давно за них не играл. Очень. Я бы сказал даже очень. Его слишком давно. Так, ну мы вроде все победили. Все у нас красиво. Сквад побежден. Аптечки налутаны. Рел там за кем-то гонится. Мы гнаться не будем. Мы играем командно. Арморчик залутаем. Нам это пригодится. Так, ну, теперь осталось против нас всего лишь, ну, получается, два склада. А уже один. Один склад остался, скорее всего, это склад с легендарным дропом. Проблема в том, что мой склад сейчас не очень адекватно себя ведет. То есть в плане командной игры, да. Но мне сейчас, в принципе... Блин, что-то лагать начал. Ладно. В принципе, я могу на них себе позволить соло побегать. Никс достаточно универсален в этом плане. Он позволяет очень хорошо соло беготней заниматься. Вот такой вот мутить себе позволяет. И это очень круто на самом деле. Блин, какой же пингвин уродливый, а? Видали? Так, зальем сейчас так. Бахнем так. Бака сейчас мы добивать, по идее, должны. Да, добил я бака. И сейчас пингвину просто не дадим его резнуть. Скорее всего. Так, бахаем. Кролик в скипе. Ну, у них нету шансов. Я слишком силен для них. Плюс моя команда здесь мне поможет, если что. Кролик гений в нашу сторону прыгнул. Понимаете, его тут союзники резают. Он, по сути, сейчас поставил всю свою команду. Этим всем, тем, что умер. Пингвина резку потратил. Ну все, тут они уже трупы. Пингвина тоже уже нету шансов. Он уже все, доигрался. Конечно, уворачивается, как не знаю кто, но это Никс, ребятки, да. Это машина, которая способна всего достичь в этой игре. Причем очень спокойно. Ну, что вы хотите, это Никс. Я сейчас даже уже не особо целюсь с лука. Потому что уже нет смысла это делать, как бы тут уже победка за мной. Блин, видали он как... Его только что под конец, то ли я сам, то ли кто-то другой откинул. И он просто увернулся от моего дробовика на идеально. Вообще идеально увернулся. Ну что получилось, то получилось. Вот такой вот Никс. Изи-катка, как говорится, очередная. Я извиняюсь. Изи-каточки на Никсе, это приятно всегда. Но это Никс. Что мы могу сказать? Просто зашел. Если не особо лагает, если можно все красиво сделать, то все красиво делается. И победка оформлена. И сейчас еще парочку таких побед, я надеюсь, мы оформим. Возьмем 1000 с рейтингом. Пока что... Наверное, особо упарываться в эту часть я не буду. Пооткрываем серебряные сундуки. И на следующей неделе, скорее всего, пооткрываем выходные золотые. И, возможно, если очень повезет, апнем как раз себе волка на 12 уровне. Ну, это прям если очень повезет. Хотя 25 золотых сундуков... Ладно, даже 30 золотых сундуков за неделю. Плюс еще будет один легендарный за боевой пропуск. Скорее всего. Я почему-то в этом уверен очень серьезно. Мне повезло очень сильно, что эти гении не смогли у меня забрать легендарный дробовик. Прям очень повезло, что это так получилось. Ну, понимаете, если бы они забрали легендарный дробовик, что бы это было? Блин, у меня там команда умирает, да? Ай, ладно. Хотя ладно, мы бросили уже Никса, пофиг, как говорится. Да блин, чего вы такие тут дерзкие, а? А ну отошли. Это моя точка. Это моя точка, ребята. Точка моя, понимаете? Точка моя.
Я тут босс. Ну ладно, все, вроде мы точку забрали. Капец, черепах тут выживает каким-то чудом. Ой, какой же везучий черепах. Блядь, все прямо выйдет, красавчик. Все делает правильно, красиво. Но мы победили, там у нас один неадекватник сумер, ну. Как говорится, он сам выбрал свой путь. Он выбрал путь поражения. А я выбираю путь победы. Так, врываемся красивенько. Лутаем сразу арморчик. Зебру убиваем с дробовичка. Никсик тут быкует, точнее хамелеш. Он реально думает, что он сможет резнуть. Кстати, посмотрите, как он уворачивается. Жесть. Какой же воротливый хамелеш попался. Нать. Ну, видали, стрела как залетела красиво-то, а? Так, никто у нас, все живые, да? Все, все молодцы. Эх, прекрасно, когда хотя бы остальная часть команды адекватная. Победку не так уж и сложно оформить. Осталось, в принципе, немного противников, и непонятно, правда, где они. Ну, сейчас мы их найдем и расскажем, что почем. Так, противнички, выходите. А вот и они. Яру добиваем. Никса сейчас напугаем. Его сзади мои ребята подожмут. Блин, гоняться теперь за ним, офигеть. Как же это долго будет. Я понимаю, наверное, он просто... Ой. Как интересно, да? Очень. Самый интересный момент. Самое интересное, что моя команда просто заигнорила Никса. Ну, может, они там с кем-то дерутся? Ну, это вряд ли. Остался, потому что последний Никс. Ну, выходи ты, ну... Че он там сидит? Вот объясните меня. Гений на Никсе. Ох, кстати, я попал, походу. То ли дробовиком, то ли гранаткой. В итоге добил. Неплохо получилось. Опять же, предметы до сих пор 10 уровня, 9. Даже не 11. А там 12 еще уровень. Капец, короче, сколько качать. Это только чтобы вернуться на прошлый уровень. Такие вот дела. Ладно, давайте еще один поезд катаем. Я думаю, оформим еще одну, а может даже две победки. В принципе, бои как-то слишком быстро идут. Ну, в плане заканчиваются быстро. То есть мы доминируем над противниками достаточно серьезно. И нам не приходится ждать прям конец зоны. Так, ну, лутаем и погнали. В принципе, у нас здесь все хорошо. Вроде команда более-менее адекватная. Вроде. Поэтому мы сейчас залутаем здесь все красивенько. Ботов у нас много, аптечек тоже хорошо, достаточно. Опять же, часть команды немножко действует странно. Решили играть не командно. Убили легендарного бота, правда, зато. Но легендарный ботик — это хорошо. Хотя лучше бы, конечно, удалось бы легендарный дробовик. В принципе, для бака 9 уровня легендарный гранат будет полезно, если там есть тройные. Если без тройных, то, наверное, не так полезно. Ну, конечно, она особо... Ну, все равно полезная, да, но не настолько. Потому что тройные гранатки — это как бы шанс задамажить там сразу весь сквад, да? Дважды. Ну, если повезет, они в одной точке зайдут. Ну а так, если что, то это все равно очень много можно нанести урона. Особенно на баке, который там встанет, кидает гранатку в притык и все такое. Ну, мне и золотой гранатки, в принципе, хватит. А сегодня, кстати... Не, не сегодня. Я сегодня дробовик. Дробовику увеличил дальность, теперь он стреляет на них все подальше. Потому что я подумал так, неизвестно, когда мне выпадут... Жетоны на Никса, судя по тому, сколько они мне уже не падают, это вечность целая будет длиться. Но ничего страшного. Я думаю, все будет нормально. Так, ну чё, противнички. Вообще никого нету. Скучно, скучно. Остался против нас один сквад и парочка недобитых. Скорее всего, они сейчас между собой дерутся. Если мы сейчас найдем их, то у нас будет шанс их застать врасплох и задоминировать, и изи победку оформить. Ну, кстати, мы их и находим. А вот и изи победка подъехала, как говорится. Это хорошо. У них сейчас не хватает аптечек, им сейчас нужно будет резать своих союзничков. Опять же, моя команда мне не очень помогает в плане задамажить противников. Они там что-то пошли лутать. Ну да, им же очень нужно залутаться. Как же без этого, да? Ну мы Брюса убиваем. Ох уж моя команда, как всегда. Очередные гении. Орел улетел, нужно будет его сейчас догнать. Ну конечно, он с аптечкой. Успел, да? Успел. Ох уж этот орел. Ну ладно, главное победа. Так, надо тут залутать, потому что эти не очень что-то хотят лутаться. Какие-то странные ребята. Но в итоге, опять же, победа. Все сделал правильно, вовремя успел.
задоминировать последний сквад, который оставался. Ну как? Как вы заметили, там оставалось 3 игрока. Я извиняюсь. 3 игрока с этого сквада. Поэтому, походу, еще один спрятался где-то. Это, наверное, с другого сквада. Опять же, на неожиданность ловим Бака. У меня же на них все сейчас первобытный инстинкт, он отталкивает. Поэтому можно, в принципе, очень, на самом деле, круто действовать. Прыгайте к противнику, кидайте в него фулку. И пока он там соображает, что нужно вас атаковать, потому что вы вблизи, да? Вы уже отпрыгиваете и отталкиваете его. Очень удобно. Но не все противники могут в это реагировать. Поэтому это прекрасно, на самом деле. Ладно, ребятки, на этой прекрасной ноте мы закончим. Вот такой вот прекрасный Никс. Ну, это Никс, он всегда прекрасен, как же без этого. Имба, которая не контрится. Имба, которая в жестких руках тащит. Осталось немножко жетонов, и он будет 15 уровня. И мы его обязательно качнем, потому что как не качнуть Никса-то, а? Вот такие вот дела, но это все. Не болейте, не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте про Яндекс.Дзен. Кому нужен, всем пока-пока.